У нас все стоит на голове. То есть как-то все наоборот. То, что, казалось бы, должно вообще никому не нравиться и находиться в полном забвении, плавает наверху. А все, что имеет какую-то ценность, не нужно никому. А что вас вообще сейчас может сподвигнуть на вот все-таки какое-то общественно значимое политическое высказывание? Вы можете себе представить? За что и с кем вообще тут как-то? Я думаю, что реально люди вообще не хотят этим заниматься, по большому счету. Просто настолько подогревают всю эту историю каждый день, везде. Все об этом говорят, что-то там по любому поводу всегда. Новости основаны только вот на этом, на нагревании, чтобы всегда была какая-то нервная ситуация, чтобы всегда что-то происходит, всегда кто-то плохой. Хорошие новости вот где? Неужели в мире ничего не происходит хорошего? Ну, почему не показывать хорошие новости там как-то? Ну, хотя бы в противовес к там плохим. Ну, всегда все очень странно, напряженно. И это ситуация такая напряженная, она всегда выгодна, потому что люди, находящиеся в состоянии такого, всегда в ожидании чего-то плохого, они всегда как зашоренные такие, всегда смотрят только вперед. В одну точку. Ими можно так, их надо только поворачивать, куда им надо идти. Следите за информационной повесткой или нет? Нет. Специально, я имею в виду, следите? Специально нет. Не следую. Почему? То есть вы просыпаетесь и не лезете на информационные сайты? Там после вот того, как я перестал это делать, я стал намного себя спокойнее и увереннее чувствовать. Но эта логика называется «меньше знаешь, лучше спишь». Возможно, да. Но есть и другая логика. Тот, у кого больше информации, тот сильнее, и тот... Это нельзя путать информацию с тем, что нам настоящую и какую-то информацию с тем, что нам предлагают в качестве информации. Это... Сейчас у всех своя информация. Слово «правда» как таковое отсутствует. Существует, вместо него существует понятие «они утверждают», «он утверждает», «она утверждает», но нет понятия «они говорят правду» или «он сказал правду», что такое правда. Все что-то утверждают. Если нужно решить какую-то проблему одного характера тихо, то создается проблема другого характера громко. Под это дело решение. Ну, то есть это такая история, и мы все в ней принимаем участие. И в конечном итоге информация служит для определенному количеству людей для зарабатывания очень больших денег. И, вы хотите от этого дистанцироваться просто? Ну, я просто по мере возможности не хочу принимать в этом участие. Но есть хоть один журналист, которому вы доверяете на 100%? Пожалуй, что нет. В 90-е еще в каждом из нас была какая-то вера в людей, которые рассказывают нам что-то из телевизора, которое создавалось у нас годами. И, ну, так мы еще частично верили в то, что когда человек что-то убедительно и искренне вроде бы рассказывал, да, было ощущение веры, но сейчас от этого ничего не осталось. Правительство наше согласилось засекретить данные владельцев вилл и яхт. В вас это какой-то революционный дух не пробуждает вообще? Ну, это вообще в логике вещей, происходящих у нас здесь событий. То есть это как-то нормально. Исходя из того, что происходит, из того, что позволяют вообще себе элита, и я думаю, что это вполне нормально. Это еще раз очередное доказательство того, что никто вообще здесь из обычных людей, никто ничего не решает, никто ничего не может сделать. Это такой еще один очередной плевок сверху на нас, на всех. Ну, и все. И будем ждать следующего плевка. А что с музыкальными телеканалами в России происходит? Они есть? Говорят, что есть. Говорят, что есть, да.